Саламатсыздарбы? Мен атым Толкунай Кайымова. Сиздер менен бүгүн Google аркылуу Google сайтына кирип, биз заказ кетиребиз фабрик компаниясына. Анда эмесе Google'га кирдик. Google'га кирдик. Бул жерде мен даяр терилген newfabrik.com и бул жакта ru деп турат. Ушинтсек болот, жүрсөм вход в личный кабинет десеңиздер болот. Я, например, нажимаю уже мен готовый даяр тандадым. Так, бул жерде социальный проект, тылдыйга чөз, войти деген бар. Эки вариант бар бизде. Же бул жерде вход деп буну басабыз, же жогору жакта адамдын сүрөтүн басабыз. Так, входду басып атам. Бул жерде даяр менен терилген бар, а сизде терилелек болсо, өзүңүз логиниңизди, ылдыйга пароль тересиз, запомнить меня деп басып коесуз. И войти деп бассаңыз, сиз өзүңүздүн личный кабинетиңизге киресиз. Вот, вы успешно вошли в систему, дейт. Смотрите, бул жерде менин фамилиятым чыкты, заказать. Можно заказать бул жерден, ушул жерден мына жашыл басып койсом, заказать кылам, или же бул жерде личный кабинетке кирип, ал жакта дагы заказать эте турган жер бар. Биз мурда мындай кылчу элек, адамдын мына оң жакта сүрөтүн басат элек, в личный кабинетке кирет элек. Личный кабинеттин дагы бир өзү бар, мына бул эски версиясы, и мына оң жакта үстүндө сол жакта, оң жакта адам сүрөтүн бассак, оформить заказ деп чыкчу элек. Вот азыр дагы чыкты. Оформить заказ десек, заказ по артикулу. Егер де сиз окууну алам десеңиз, заказ услуг басасыз. Егер де товар алам десеңиз, заказ по артикулу. Флеш-каталог биз почти колдонбойбуз. Так, загрузка болуп жатат. Так, смотрите, заказ по артикулу. Мен уже бул жерде терилген эле. Он кантердим. Я могу бул заказ по артикулу деген жерге тийгизип, бул жерде артикул терсем болот. Например, бизде популярный без артикулов средства для чистки плитухов. Купить десек, купить болот. Хотим здесь 2-3 штучки, если там побольше нужно, вот набираем, да, здесь, и купить пасак, корзинага түшөт. Так, корзинага түштү. Так, мы можем здесь еще написать другое, вот, например, мыло деп жазсак болот, мыло. Мыло десек, бул жерде бардык варианттар чыгат. Например, мага мына шоколадное мыло керек. Так, твердый мыло болсо, твердый алгым келет, посмотрим. Кстати, вот здесь розовый болуп турган жерде, доступная акция деген жерге, мына подарокка тийсеңиздер, вот выходит объяснение акции, да? Любых два жидких мыла Дом Фаберлик, всего за 89 каждый. Давайте купим такое. Даже два куплю, вот смотрите. 135 деп турат, 100 келет экен, но так как мен экөөнү алган үчүн, мага скидками келет. Вот смотрите, мага көрүңүздөр скидками, то есть у меня идет с акцией. Понятно, да? Теперь эки вариант менен же артикул тересиз, же название продукта, то есть тактаны орусча жазышыңыз керек. Эми бул жерде эч качан унутпаңыз, ваша персональная акция деген киренге мына. Киресиз, бул жерде мына ар түрдүү бонустар бар. Давайте с первого начнем. Ваш бонус о покупке. Бул жерде ар бир консультант, ар бир кардар өзүнүн ушул каталогдогу өзүгө тийиштүү бонустарын колдонсо болот. Мисалы мына маска. Маска керек. Бул маска өзү кымбат турат, мына баасы кымбат, 249 деп турат, бирок бизге 125 деп скидка менен 93 сомго келет. Например, мен тонусту тандадым бирөөсүнүн и применить дегенди басам. Выбрать применить. Мен бир масканы тандадым. Так, 0461 экен. Так, перейти в корзину сделаем. Теперь караңыз, мен бул жерде 0461 деп тандап жатам. Мына бул жакта кымбат турат баасы, купить. Көрүнсү? Купить кылсам, экөөнүн баасы эки бөлөк болот. Так, а эко болуп калды, сразу автоматически, это классно. Любая маска по такой-то сумме, ушунча сум. Так, азайтабыз, мага бирөө эле керек. Теперь вторые здесь еще есть VIP-программа. VIP-программа бул ким? VIP деген 100 балл кылсаңыз ар каталогсуз, сиз VIP болосуз. Сизге мына каталогдор скидка менен келет. Новинкаларды алсаңыз болот, скидка на пробники, еще 70% скидка мен по итогам 8 каталога, можно выбрать товар. Например, я выбираю здесь, айталы, например, вот смотрите, восстанавливающий крем для лица, он 525 сом турат, а мага 70% скидка мен 158 сом келет, көрүнүптүр, арзан келет. Но я пока не буду выбирать, так, свернуть. Следующее, что у нас тут есть, смотрите, каталоги есть, так. Распродажа, кирсеңиз болот, специальное предложение, пробники и Фаберлик клуб. Фаберлик клубта сизде эгер чыккан болсо, өзүңүзгө подарка кошулсаңыз жакшы болот. Смотрите, например, 5 бонус бара, 5 бонус калган. Например, менде эгер 15 бонус болсо, сиз бир мындай 10 бонуска бирин аласыз. Итак, бул уже 20 бонус болуп кетти, спросить. Так, еще. Вот, еще да бир маска. То есть, сиз уже азыр 15 иштеттиңиз, а? Применить бассаңыз, сизде 2 подарка келди.
сіз өзіңіз бонусқа лайықтай аласыз. Мен 800 қылған десе, мен топ-топ жатамын. Егер әр каталог сайын сіз заказ кетірсеңіз, анда топ-толып. Егер бір каталог заказ кетіріп, бірде кетірсеңіз, анда топ-толбай қалады. Бұйып кетеді. Ошон үшін әр каталог заказ кетіресіз, че бонусыңыз бар болса, пайдалан алып алыңыз. Распродажада айтып кетейін, распродажа біз әнше-мүнше от, остатки сладки и со сроком годности дейді. Остатки сладка керебиз, бул жерде да скидкамен товарлар чыгып калат. Мына маска 159, сизге мына 85 болуп 63 сумма келет көрүнсөрү. Мына ваша цена деген мына жер көрүнсөрү, мына жерде кымбат 315. Бул жакта мына көрүнсөрү 155 деп турат. И сизге 115 000 келет. Поэтому ушундай скидкамен алсаңдар болот. Допустим, аны мы взяли. Вот, ушул распродажа арзан чыгат сиздерге. Так, применить, загрузка вот это всё. Так, перейти в корзину. Вот смотрите, что мы получили. Вот остатки сладки. Вот, Фаберли клубтан алдык. Мына көрүнүздөр, 1 сомдон келди подаркалар, 1 сомдон. Кстати, жаңы катталгандар, биринчи заказыңызды кетиргенде сизге автоматически, эгер 24 саат ичинде заказ кетирсеңиз, подарка чыгат. Сюрприз набор пробников. Экинчи заказыңыз менен сиз обязательно 1 сомго өзүңүз подаркаңызды аласыз каталогдун акыркы бетиндеги. Так, пункт выдачи, бул жерде изменить точку доставки кылсам болот. Жаңыларга мына новая точка кылсаңыздар болот. Тандап аласыз өзүңүз каалаган точканы, да? Вот, самовывоз. Ой, я извиняюсь. Самовывоз басып койпун, доставить сюда. Так, закрыть кладычы. Вот. То есть у меня оставляю тот же адрес. И мына жерде продолжить кылабыз. Так. Так, посмотрите, продолжить. Смотрите, менде баллов деп турат мына жерде. Мына 29 балл, 29.81 балл. Цена каталога мына 3847 сом. И мага почти 1000 сом скидка менен 2851 сом келет. Караңыздар, кандай арзан. 1000 сом, эч кайсы базарда 1000 сом скидка бербейт. Продолжить кылабыз. Продолжить. Так, у меня загрузка. Вот, теперь смотрите, бул жерде менде бир эле заказ. Иногда бул жерге эки заказ чыгат. Мынал жерде кара болуп, разделить на две части, на три части деп чыгат, на четыре части деп чыгат. Сиз ушул жерден да жылдырсаңыз, забрать весь заказ деп чыкканда, сиз ушу баарын тандалсаңыз болот. Так, бир катар текшеребиз. Мына келе турган күн 30-июнь деп турат. Мына товарларды катар көрүп атам. Баалар текшерип жатам, мага ылайыктуубу, жагабы. Обязательно баалар карап чыгыңыздар. Может быть, сиздерге жакпай калышы мүмкүн. Вот, и теперь смотрите, только оплата. Утвердить заказ. Мол жерге, утвердить заказ деген жерге, мен басып коемын. И мен заказым 2965 сом 10 тыйынга келет. А так, почти 4000-ге жакын товарды мен ушундай сумма алып жатамын. Так, жол керек деп да бир 100 сом тегереди болот экен. Вот смотрите, подробнее бассак на жерде, менин товар заказарым чыгат. Мына сумма, цена каталога, ваша цена, стоимость доставки. 114 сом доставка экен. Көрдүңүздөрү? Вот мага купон келтат, купондор, кстати, 3 купоны мен кейзе скидкана сам болот кен. Теперь вам еще одно кое-что хочу показать. Мол жерде, оң жақта үстінде мынал жерде тұрат, карандаш менен мусорный ведро тұрат, и ылды жақта тұрат мына көрінсөрі. Же бұл жақтан, же бұл жақты қолдонып, можете отредактировать. Например, моны бассам, редактировать болот. Егер де моны бассам, удалить деп чығат көрінсөрі, отмена қылам. Мен аз редактировать қылып тұрайын, вот. Мен азыр заказы, бұл видео тартқан екен дабір қарап чығамын, аз сіздер үйрет үшін көрсеттім. Вот, продолжить. Если мен бұл дерін, например, маға керек жоқ, мына маска удалить қылдым, например, маска удалить қылдым, удалить болот. Вот, удалена, вот, допустим, нал емені удалить қылдым. Фаберли клубтағыны. Так, удалить еттім, еще вот удалить. Астанын заказ кетіріп қойырамын. Так. Секундочку, и все. Вот теперь, смотрите, теперь мой заказ идет. Продолжить. То есть, сіздер заказды алып өзгөртүңүз болот. Кстати, мен бир нерсе айтып кетмекчимин. Сайттан ушул жерден заказ кетиргендер, ушул жерден гана өзгөртө аласыздар. Егер сіз приложениеден заказ кетирсеңиз, сайттан өзгөртө албайсыз. Анда приложенияга кирип, ошол жактан заказды өзгөртсөңүз болот. Удалить кылсаңыз болот, же редактировать кылсаңыз болот. Все, менин заказым бүттү. Саламатта калыңыздар, баарыңыздарга ийгиликтер каалаймын.